Анонс и точно до выхода 77-й серии турецкого сериала «Три сестры». 77-я серия сериала выйдет в эфир 9 марта. Ранее в сериале мы увидели Сумера и Тюркан, которые вместе выбирают для себя новый дом. Мужчине немного непривычно это после того места, в котором он жил. Но теперь Сумер понимает, что значит, когда приходится начинать с нуля. Двигаться к своей цели с самого низа. Он признается Тюркан, что, думая обо всем, просто не может не восторгаться ей. Тюркан улыбается ему, когда они выходят на улицу. Она говорит, что Сумеру не следует отпускать ее руку, и тогда у них все получится. Картал проводит время с Дарьей. Он говорит девушке, что полюбил ее. Для Дарьи эти слова становятся полной неожиданностью. Но она подходит к Карталу и целует его. Мюжган и Садык разнаманивают драку двух парней. После того, как все успокоились, Мюжган подходит к сыну и кричит на него. Она говорит, что было бы лучше ради него, а на камень, а не его. Она говорит, что было бы куда лучше, если бы у нее не было такого ребенка, как он. Чичхан собирает всех за большим столом возле дома, который выбрали Тюркан и Сумер. Женщина говорит, что она очень рада им. Благодарна за то, что они все пришли сегодня сюда. Она рассказывает, что пригласила их всех для того, чтобы рассказать нечто важное. Когда к столу подходит Картал, на него устремляются множество взглядов. Никто не ожидал увидеть его. Все это мероприятие в его честь. Ричхан смотрит на Картала и говорит всем, что он ее сын. 77-я серия сериала выйдет в эфир 9 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.